Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве MIDIGI A9 сделать сброс настроек приложений. Для этого в первую очередь открываем настройки, затем переходим в раздел «Система», «Сброс настроек» и выбираем третью опцию «Сброс настроек приложений». И затем подтверждаем ее, нажав «Сбросить». И после этого настройки приложений будут сброшены. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!